В ряде кузбасских городов ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленные предприятия должны ограничить количество выбросов на 15-20%. Как отмечают в областном департаменте природных ресурсов и экологии, мероприятия при первом режиме носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия. Начальник ведомства Сергей Высоцкий подчеркнул, вредные вещества образуются не только в результате деятельности предприятия, но и от автомобильных выхлопов, а также от печного отопления. Жители частного сектора в печах сжигают коммунальные отходы, содержащие полимерные материалы. Это приводит к образованию большой группы токсичных веществ. Людям специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице.